Росздравнадзор по Курганской области провел публичное обсуждение результатов внеплановых проверок, которые были опубликованы в средствах массовой информации и вызвали большой общественный резонанс. Напомним, в Кургане после операции в частной клинике пластической хирургии скончалась 40-летняя пациентка. Как сообщалось ранее, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. По этому случаю следователи Кургана возбудили уголовное дело и проведена выездная внеплановая проверка. По результатам проверки мы установили, что оказание медицинской помощи пациентке проводилось все-таки в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Сразу была доставлена в реанимацию, проводились реанимационные мероприятия на протяжении 4 часов. Также была проведена проверка по второму случаю. Напомним, в марте этого года курганец получил сильнейшие термические ожоги первой и второй степени в одном из фитоцентров города. Увечья он получил паром. У медицинской организации имеется лицензия, поэтому мы ее проверяли как медицинскую организацию. Не нашли там никакого ни сайта у них, ни договоры на оказание платных медицинских услуг не составлялись, никакие там добровольные информированные согласия, никакой медицинской документации, следов медицинской деятельности, одним словом, не нашли. Сейчас не можем еще и законного представителя найти. Екатерина Юшина, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру».